Всем здравия! Тема этого ролика – тревожный чемоданчик. На YouTube полно материалов на данную тематику. Но я все же решил закинуть и свои 5 копеек в копилку общих знаний сообщества. Притом в комментариях я встречал просьбы снять такое видео. Мой тревожный чемоданчик очень приземлен к жизненным реалиям, по крайней мере мне так кажется. И он никак не связан с апокалипсисом или войной. А вот на случай экстренной эвакуации из квартиры он подходит больше всего. Примеров с обстоятельствами, которые потребуют от вас быстрых и решительных действий по быстрому сбору и покиданию жилища, очень много. Я приведу несколько вариантов. Представьте, поздно вечером к вам стучатся в дверь, вы открываете, это пожар. Которые говорят, что под вами или над вами серьезное возгорание и требуют срочно покинуть квартиру. Еще, к примеру, рано-рано утром к вам стучатся сотрудники Росгвардии, и требуют покинуть жилище, мол, в вашем подъезде на 6-м этаже проживают вооруженные и очень опасные бандиты, которые не будут сдаваться и будут отстреливаться до последнего патрона. По этой причине сотрудники будут долбить адрес из всех видов оружия, а также из гранатомета. Ну и для полной картинки еще один сценарий. Поквартирно по подъезду бегают сотрудники МЧС, кричат, говорят, что по дому идет трещина, хватайте близких и на улицу быстрее. И эти все сценарии так же реальны, как ураган, землетрясение, авария на ГЭС или химическом предприятии. Все мероприятия по эвакуации будут по возможности проводиться с привлечением МЧС, Росгвардии, МВД и медицинских служб. Возможно, гражданских будут вывозить на автобусах или грузовиках и размещать в ближайших административных зданиях, такие как школы, спортзалы, клубы и подобное. Одновременно со всей неразберихой и неприятностями работники госструктур будут рассказывать о скором возвращении домой с постоянным переносом даты. Это хорошо, если жену и детей будет возможность отправить ближайшим родственникам, а самому остаться контролировать ситуацию и смотреть, как устраняют последствия апокалипсиса районного масштаба. Какого-то общего сценария быть не может, но нужно постараться собрать такой тревожный чемоданчик, который позволит вам находиться в лишениях с долей комфорта и безопасности. У меня на такой случай собран рюкзак объемом около 30 литров в тактическом исполнении со стропами моли. Но в идеале мне хотелось бы иметь туристический рюкзак, такой, который на вид попроще, чтобы окружающих не раздражать. Но свободных гражданских рюкзаков сейчас у меня нет, но планирую покупку. При выборе и заполнении рюкзака не стоит забывать, что он должен иметь адекватный объем и вес, так как при эвакуации вы должны оставаться мобильным, и если вам придется передвигаться на транспорте, автобусе, машине, то вполне возможно, что ваши вещи могут посчитаться багажом и вас пошлют куда подальше с вашими котомками. Даже то, что я подготовил, я считаю чересчур объемным. Сразу наперед объясню, что все, что в этом ролике, это мое видение комплектации тревожного чемоданчика, основанное на моем опыте, моей фантазии и моей паранойи. Вполне возможно, что у вас другая комплектация, так что будем терпимы. Рюкзак собирался под те ситуации, в которых важна каждая секунда, а там, где есть время для сбора, в содержание можно внести любые изменения. Начнем с разбора рюкзака. Я пытался как-нибудь систематизировать вещи, но все равно есть некоторые предметы, лежащие не на своих местах. Начну со вспомогательных карманов. Моток веревки, без вопросов, вещь нужная и очень полезная. Салфетки влажные, незаменимы в личной гигиене. Хоть руки протереть, хоть после туалета воспользоваться. Одновременно с этим 3-4 салфетки можно использовать для обтирания. Получается импровизированный сухой душ. Радио и запасные батарейки. Это вообще одна из самых важных вещей в комплекте аварийного набора. Оно позволит хоть как-то быть в курсе происходящего вокруг, да и банально будет возможность послушать музыку, что положительно скажется на эмоциональном состоянии. В комплекте идут еще наушники. Налобный фонарик. Удобен в своей конструкции, что дает рукам оставаться свободными. Эта модель довольно старая, я ее купил уже 8-9 лет назад. Аккумуляторный блок находится на затылке и имеет световую индикацию красного цвета. Эта опция очень полезна во время движения в колонне. Идущие следом за вами будут четко видеть ваше местоположение. Сам фонарь имеет несколько режимов свечения, изменяемый угол во время эксплуатации и фокусировку луча.
Работает от аккумуляторов формата 18650. Нож «Авиатор». Классический перочинный нож. Слизан с армейской модели периода СССР. В моем детстве был такой оригинальный, мне его подарил отец. Ножницы медицинские. Вроде как бы должны быть в аптечке, но из-за габаритов они туда не влезают. Яркий цвет удобен в поиске, когда все делается в спешке. Скотч виниловый армированный. Его применение ограничивается только вашей фантазией. Даже передачи на ТВ посвящены его возможностям. И хоть такой моток имеет ощутимый вес, я считаю, что он должен быть в моем рюкзаке обязательно. Перчатки. Вот перчатки позволяют защитить руки от повреждений. Ведь неизвестно, что придется ими делать. Это в комфортных домашних условиях. Порезал пальчик и все, ты уже можешь уклониться от ряда домашних обязательств. Например, если жена вечером попросила помыть посуду, ты смело палец показал и все, отдыхаешь. А в экстренной ситуации вас никто не будет жалеть. В общем, берегите руки. Дождевик на рюкзак. Предназначение очевидно. Но как дополнительная функция позволяет за счет зеленого цвета быстро замаскировать рюкзак в кустах или в траве. Турникет Кэп. Вещь, которую можно было бы и не брать, и заменить более примитивными подручными предметами, но не уступающими по их эффективности. Но он такой классный на вид, и у меня их так много, что я не удержался и положил к общему комплекту. Турникет Кэт считается более щадящим кровоостанавливающим средством, чем эластичный жгут. Но не стоит забывать, что они все имеют ограничения по времени с момента наложения. После внесенных изменений время не должно превышать 40 минут как в теплое время года, так и в холодное. Если за это время не будет оказана квалифицированная медицинская помощь, то впоследствии поврежденная конечность может быть ампутирована. Еще важный нюанс по поводу таких турникетов. Во многих коллективах люди не умеют ими пользоваться. И если обладатель турникета получит ранение, то ему могут просто не успеть оказать помощь, потеряв драгоценное время на изучение конструкции приспособлений. Так что если вы вдруг стильный обладатель данного девайса, то не поленитесь и потренируйтесь с родными и близкими в наложении такого турникета. Маркер. Применяется по прямому назначению. Еще он важен в аптечке, например, написать время постановки турникета на его бирке или обвести место серьезного ушиба, чтобы можно было впоследствии выявить повреждения внутренних органов. Но эта информация уже будет интересна прибывшим на помощь медикам. Блокнот. Маленький, компактный. Нужен будет для записей, на память или оставить какую-либо записку. Карандаш. Именно карандаш, не ручка. Это американцы могут вбухивать несколько миллионов долларов в создание космической ручки. А наши и с карандашом справляются. Так что карандаш всегда выигрыш. Тряпка. Газовый баллончик. О, это вообще как волшебная палочка, которую любого гоблина превращает в послушного котенка. Шедевр для самооборота. Гелевый, большой объем. Но постарайтесь спрятать от посторонних глаз, чтобы вам не пришлось его сдать сотрудникам власти, если вдруг вам придется находиться в местах скопления людей во время ЧС или БП. Подсумок с электронными компонентами. Светодиодные USB. Очень компактные и малоэнергозатратные. Хорошо обеспечивают резервное освещение от пауэрбанка. Комплект проводов для подзарядки всего и вся. Но качество этого кабеля отвратительное, так что в дальнейшем я его хочу заменить на обычные. Наушники к телефону, 3 аккумулятора формата 18650 емкостью до 3000 мАч, универсальны, в большинстве современных фонарей используются именно они, также в Powerbank. Зарядное устройство для одного элемента питания, также универсальное, можно заряжать различные аккумуляторы, как литиевые, так и металлогидриды. Ну и адаптер для microSD-карты. Техническая сумка. Наличие спичек очевидно, но для разнообразия я еще взял и охотник. Запасные карандаши. Сухое горючее спичкой тоже может пригодиться. Хотя был соблазн, конечно, взять щепочек. Но я подумал, что при желании и наличии ржавого гвоздя ее можно будет сделать из любой консервной банки. Так что не буду перегружать и так нелегкий рюкзак. Суперклей поспособствует в ремонте всего.
Главное при покупке убедиться, что в тюбике есть клей. Если потрясти ухо, то слышно наличие жидкости. А то был у меня опыт, я купил пачку клея, а он был пустой. Может высох, может не залит. Аквабриз. Таблетки для обеззараживания воды. Инструкция по применению написана на упаковке, но не стоит пренебрегать дополнительным кипячением. Зажигалка. Ну, дополнительные зажигалки лишними никогда не бывают, если что, они даже на обмен подают. Хомутик этот предотвращает нажатие на клавишу. Этому меня научил один из грамотных подписчиков, так что ему спасибо. Швейный комплект. Космическое двухстороннее одеяло для защиты от перегрева и переохлаждения. Как вариант, может использоваться для обустройства временного укрытия. Комплект белья. Белье про запас очень важно. В частности, для гигиены. Отсутствие запаха во время выживания в лишениях – это великое дело. Так что иметь комплект маек, трусов, носков должен каждый. В идеале сюда надо добавить комплект нового термобелья. Но свободного, то есть лишнего, пока у меня нет. Но вот как докуплю, сразу доложу. Это белье для уменьшения объема и обеспечения сохранности я загнал в вакуумную упаковку. Запасные перчатки. С резиновым покрытием. Резина даже чем-то по запаху напоминает воздушный шарик. Кружка из нержавейки. Можно сказать, что она не занимает места и ничего не весит. Такая посуда должна быть. И, кстати, у меня была мысль взять термокружку, ведь удобно. Но у нее нет такой универсальности. Нельзя поставить на печь или огонь для разогрева или приготовления еды. Вода. В таком объеме ее нельзя назвать каким-то запасом. Но так, для экстренных нужд ее достаточно. Несколько маленьких бутылок намного практичнее одной большой. Но на всякий случай, смотря по обстоятельствам, рядом с рюкзаком стоят несколько 5-литровых бутылей с водой. Так что, если что, можно будет схватить с собой. Карты. Все говорят, карты, карты. Но не всегда карты должны быть топографические. Представьте, как вы будете картать досуг, сидя несколько дней, например, в подвале, в спортзале или в каком-либо другом скучном помещении. Надо все-таки взять что-то, что будет вас и ваших близких отвлекать от суровой реальности. Ложка-вилка из нержавейки. Хотя есть такие же модели, только в титановом исполнении. Но из свободных есть только такая. Еще тряпка из армейского медицинского набора. И переходим к документам. Многие считают, что документы надо хранить в тревожном чемодане. Но у меня их так много, что хранить, а тем более тащить их с собой, нереально. Вообще для хранения документов дома должен быть несгораемый ящик или сейф. Вот им там самое место. А я пошел ленивым путем. Отсканировал и отфотографировал все документы. И сохранил их на microSD-карту и на флешку. В тревожном чемоданчике из важных документов я храню загранпаспорта. Обычный паспорт я туда не кладу, потому что он нужен в обыденной жизни. Еще очень нужная и важная вещь – это распечатанные фотографии вас и ваших близких. Ведь неизвестно, как сложатся дела. Вдруг кто-то потеряется в суматохе. Тогда можно показывать фотографии проходящим людям. Или разместить на доске или стене поиска. Такие стены стихийно образуются в местах максимальной проходимости во время ЧС или БП. На них люди приклеивают листовки с координатами, куда уходят, кого ищут и тому подобное. Может так случиться, что вы потеряли своих близких, но вас в принудительном порядке эвакуируют в другой район. Вот у вас и появляется возможность оставить записку с фотографией для близких. Ваше фото поможет привлечь их внимание. В общем, распечатанные фотографии нужны. Не полагайтесь на смартфон. Средства гигиены. Туалетная бумага. Вообще ее много не бывает. Что не пойдет по первой необходимости, пойдет на салфетку. Зубные щетки, несколько комплектов для детворы. Зеркало. Вроде кажется, что не самый важный предмет, но это пока вам в глаз ничего не попало. Или бриться не начали. Салфетки. Зубная паста. Мыло. Эти два мыльных обмылка из дорожных наборов РЖД. А это супертермоядерное мыло, которое убивает все запахи. Так что хорошо подойдет для мытья тела и стирки. Бритвенный станок. Пинцет. Опять вроде какая-то безделица, но это пока занозу не поймали. Щипчики и ножницы не позволят вам подхватить микробов и вирусы, когда вы захотите зубами вырвать вечно цепляющуюся заусенец или подровнять сломанные ранее ноги. Продуктовая корзина. Сухие бананы.
финики, орехи, фундук, миндаль, арахис. Все в вакуумных пакетах с небольшим добавлением крупной соли, чтобы если появится лишняя влага внутри, то соль ее забирает на себя. Леденцы. Супы быстрого приготовления. По сути, калорийности мизер, но для быстрого горячего сойдет. Шоколад. Шоколад – это святое. Бешеную популярность получили сникерсы у участника бандформирования на Северном Кавказе. Очень дешево, компактно и эффективно. Разновидность галет. Пришлось тоже их засунуть в вакуумную упаковку, что придало галетам лютую прочность. До этого можно было пальцем продавить или раскрошить содержимое. Вторая техническая сумка. Еще один моток веревки со светоотражающими вставками. Изолента. Телефон Nokia и запасные аккумуляторы к нему. Очень хороший, проверенный временем телефон с хорошим приемом сигнала и встроенным фонариком. Энергопотребление минимальное. Опять зажигалка. Набор отверток, в принципе, которые я не хотел брать, но все же есть вероятность того, что могут пригодиться. Мультитул с набором бит. Хотел взять поменьше и полегче, но этот более надежный. Контейнер с microSD-картой и флешкой. Именно на них и хранятся все копии документов и небольшой семейный фотоархив. Огниво. Я наконец-то нашел применение этому предмету. Вот ему самое то в тревожном чемоданчике. Свисток. Свисток – это вообще очень важная вещь и обязана быть у всех членов семьи в случае эвакуации. Он позволит потерявшемуся в толпе быстрее найти своих близких. Аптечка. Ну, по аптечке говорить ничего не буду, так как хочу уделить ей больше время и сделать отдельный ролик. Но скажу важное. Каждому, кто собирает тревожный чемоданчик, надо посетить курсы оказания первой медицинской помощи. К примеру, МЧС периодически проводит такие семинары, хотя они стоят дороже билетов в кино, но те навыки и уверенность в своих действиях, которые вы получите, не сравнится ни с какими деньгами. Про семинары, конечно, оно звучит как реклама, но я не знаю, как по-другому сказать о пользе приобретаемых медицинских знаний. Вот такой тревожный чемоданчик получился у меня. Запомните, после его формирования из него ничего не берется на время. Ну, мол, сейчас отверткой поработаю и положу ее на место. Не положите. В результате чего-то там постоянно будет не хватать. Единственное, продукты и вода лежат сверху, чтобы было удобнее производить своевременную ротацию. Мой рюкзак вышел массой в 10,5 кг, и не такой уж он и компактный, как бы мне хотелось, так что впоследствии я буду что-то, может, убирать. В идеале мне очень хотелось бы, чтобы не было повода его использовать по назначению. Пусть мирно лежит себе на пол. Всем спасибо за внимание, берегите себя, берегите близких.